руководитель Южного федерального университета Устенко Алексей Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Самое главное, что 3 очка завоевали. Вот, конечно, соперник явно не хотел атаковать, но у них там свои обстоятельства так сложились. Но нам не так легко далась эта игра в прошлом туре, вчера, то есть потеряли, наверное, много сил. И опять с реализацией не совсем все получалось. Но ребята молодцы, несмотря на то, что даже пропустили, когда счет стал 1-1, быстро забили гол, ну, все победили, и этого минимум достигнут. Какие ожидания от завтрашней игры с хозяевами турнира? Сильная команда, которая претендует в этом чемпионате на самые высокие места, поэтому будем сегодня восстанавливаться и надеемся завтра сможем реализовать то, что состоим, какие моменты у нас будут. Спасибо.